Стой. Огнестрельное ранение. Рана в правой нижней части живота. Давным-давно, в глухом темном лесу, жил-был мальчик в избушке, совсем один. Он ухаживал за деревьями и кормил бездомную девочку, которую очень любил. Она тоже любила его. Но однажды в лес пришла Баба-Яга, чтобы съесть мальчика. Мальчик хотел бежать, но он знал, что Баба-Яга костяная нога все равно догонит его. Но девочка сказала мальчику: «Возьми эту волшебную расческу и вышитое полотенце и беги. Когда Баба-Яга станет настигать тебя, брось полотенце, и позади тебя разольется огромная река. Она смоет твои следы». Если Баба-Яга будет продолжать гнаться за тобой, брось волшебную расческу, и позади тебя вырастет густой лес. А мальчик все ехал и ехал. Он больше никогда не вернулся, но все-таки он спасся.